Нет, 74 места еще, так что для хлама места хватит. Давай. Что это еще держи? Давай шкаф. Как я теперь протопала пахи одену? У меня всего 5-4 стоит. Прошибать будет здесь вообще ваншоты. Учитель БДСМ. Хил, баф не было. Инту, лапа, крестобаф, барабаны, крест. Чекнул. А, сумасвод и войт. Чекнапул. Танк 60к летит на второй фазе. Пустил. На первой тоже. Мы сильно. Мы тебя бьет. Предупредили. На первой тоже сильно бьет. Прожимайся, когда мы убегаем со второй фазы с духами. Лапу дайте. И хиль, короче, волной БК. Нет, друг, все коты. Восстановление, наложение, зеленый свет, стака на сумасводе. А Рокси, ну, как-то это самое. Я думаю, у вас два ваших ходки хватит там, заражения за хиль. Был бы ДЦ, было бы лучше, конечно. Так, так ты представляешь, я даже не успевал раскидывать ход и по рыбе, потому что в вас вливался. Конечно, ты никак не успеешь. Сейчас 5 секунд. Можете, допустим, вдруг хилит вторую пати, ты первую. Ну, можете смотреть за своим группой. Я тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Давай сальву. Ставишь там шаркача. Ма. Ахилле. Спасибочки. Научился в бескопе бурстить на 17. Скопьями 25. Ма 2 секунды. Да ты прожженный маг теперь. Ой. Не вынесли чуму, на тебя кинулась. Близко ну, стоит. Могу тебе сказать. Близко стоит. А то надо еще чуму. Кошерка. Май еще 10 секунд. 5 секунд. Долбите плеча. Чума, Вивальди. Переводите. Накидайте ему. Дух не отдавал еще? Пойду, не уходите далеко. Давай дух на меня. Отдаю. Да, у Вивальди трэш убил. Бать, у меня дух. Ну, давайте попробуем. Конечно, диван можешь дать шаману какому, пока живую. А что с такой было? Пиздец, не успел. Первая фаза на матрице. Я знаю, как надо, короче, сейчас новая тактика, короче. Вот мы должны в одного шелькаря перевести, поэтому надо с пула дать Геру. Геру, правильно. Смотрите на хил. Мы, короче, на первой фазе сейчас нахилили больше, чем ЦУК 10 гер на первой фазе хилят. Суммарно. Ну, понес чуму, что ли? Сука, как вы пиздили? Короче, чуму вынес он правильно, только мы близко стояли, она сразу на катапульту. И с катапульты сразу снял, потому что ты бы не успел, тебя бы просто прихлопнуло. Пока я бы сказал, пока ты бы сообразил бы. Для этого надо просто вам подальше от моей кучки трэша стоять. Либо мне отводить, либо вам подальше. Но вы не сообразили. Да, так и есть. Так и получилось. Ренивал. Певчий. Согласись. Олег, пошли с нами. У нас уходит. Вивальди, нам нужен ШП. К
Короче, у нас ХПС был... Сколько? 18 или 19к, по-моему, суммарно. 19700. Да. Это на 10 гер даже на первой фазе меньше ХПС суммарно. Надо будет давать герус. Да. Заодно и хилить проще будет. Это хардкор, да? Да. 10 оп, блять. Это не опыт, а 10 эпохальная, блядь. 10 анбаф, ёпт. Нет, прикинь, баф сейчас, он же вообще тут похуй. Да, ну анбаф, мне кажется, нас, блядь, трэш будет съедать просто тупо. Понимаете, даже на анбаф там танка будет, хоть и будет прошивать. Лок, давай шкаф. Где локер? Если анбаф собрать, то просто до ребра не дойдём, блядь. А давай попробуем как-нибудь, если не починят. Если не починят, мне кажется, как нету камней. А вы, наверное, до ребра дойдем. Вы, наверное, забыли, что трэш можно сливать очень интересно. С помощью NPS. Ну, бан буду давать нахуй за баг, блядь. Знаешь, шкаф, что смотрите, писта. Камней у него нету, прикинь. Ну, хули. Пиздец. Да, не насосал камней. Это сейчас именно 110 оп, лича сразу бан получит защиту от ствола, да? Что? Убивая лича в 10 оп, будут давать бан защиту от ствола, да? Да нет, Dark Stars'ам не дадут, учитывая, что у нас сейчас Эршан ГМ с нами. Че, перчум, пойду портал хоть Долоран поставлю. Если... Давай. Какая хуйня? Ты у нас маг, кудесник. Ты фартуешься между городами, блядь, в мгновение ока. Я только из-за этого магом играю. Ага. Прикинь, какие они на ваниле были, блядь. Классные, ну? Голбу зарабатывали, блядь. Прикинь, проще. Реги купил, блядь, голбу срубаешь просто. Так и есть, порт 20 голд, не хочешь, иди пешком. Девчонки, прошу вас, проходите портал. Они еще это, ну пока еще были самые первые там мобов этой бури, блять, убивали. Девчонки, иди в порт, в Долоран, у нас лока камней нету. Улетел сосать. Так нету портала в Долоране. Так порталов товар нету, нету. Там на лоб. Я помню, мне как-то это, там гильдия, когда была еще, лок один пишет. Говорит, пойдем выйдем из целка от сосу. Я такой, ну че за хуйня, че ебанулся, что ты дурак, блядь. Каких камней, блядь. Он говорит, понятно с тобой все. Певчи просто тупо стоит на крыше и все, и офается, блядь. А вон летает. Он. А, Вовка, блядь. А вон он паром зайдет. Покруче будет. Только агро. Да, там агро это такое. А Честер теперь. Единой короне. Ну, без шипа. Заебись. Ну, да. Нет, смотри, почему? Лок вышел отсосать и сдох, нахуй. Походу, так и вышло. Кто смотрел «Криминальное чтиво»? Помните эту сцену с Бучем и черным боссом мафии? Как он его сбил? Как они к извращенцам попали в магазин, это где их отыметь хотели. Почти такой трэш. Ну так, блин, это ж Квентин Тарантино, мастер черного сарказма в боевиках. Скажи, что ты делаешь на данный момент? Кто именно? Ну, демон. А. Тупица. Сосет. Я лечу по его координатам.
Блин, нам еще Вара надо сумануть. Вар уже здесь. Вар, быстрее. Вар насекающим разок ударит, нахуй. Кинь ему в бокс пулт, чтобы 3 секунды выиграть. Смотри, короче, вылетел. Да, он завис на месте. Он, короче, подошел к Дживсу и после этого сразу завис. Походу, с Дживсом нельзя торговать. О, мизантроп, давай его возьмем. Короче, поматросили и бросили. Ну а что делать? Лег, что у тебя там такое? 6 утра, нахуй, ребята, блядь. У меня только пол первого. Пил. Ну чё, лок наверху? Смотри, он на месте стоит. Лок, пожалуйста, шкаф. Надо тебе вара офнуть, а то он на месте тут бегает. Он до сих пор где ты ходишь? Давай он, короче, в эту сторону бежал. Не могу пригласить члена другой группы. Найти не смог вход. А, какой камень? А где лок? Да, бить их надо. Так, вар быстрее вынес, прибежал, чем лок ко мне на наколол. Чего так долго-то? Там мелкие шупыри. Ок, иди сюда, они куда-то убежал. Сука, блядь, вернись. Что вы делаете? Ок, вернись. Сумасвод тут с ума. Я вхожу в ПП в это. Вхожу, он выходит. Я выхожу, блядь, я за обратно, он снова выходит. Куда он делся? Не смог найти, говорит, камень нахормить. Еба. Пиздец. Ну, во, все, пошли. Вы что, обкурились, блин? Кастуешь в этого. О, я в форт. Кастуешь в трэш, короче. Трэш добьешь его хп и будет тебе осколок. Вот это... Ну что там вообще? Я хуй знает, что на хуйнях это происходит. Демон, пошли на лича, что ты там тусишь внизу? Ты не знаешь, как осколки фармить? Нам тоже этот шкаф, давайте 9. Учение это самое. Как там тут скилл называется, уроков? Какой скилл? Оскол души. Это зачем? Нахуй тебе камни, не соси. Надо всегда быть фул баф. Ко мне иметь, а вы что, не знаю, страдаете. Хули, блядь. Где мизантроп? Тропа ждем. Летит. Ты че? Сейчас целка замлупит всех. Мизантроп у нас сова Эрдру. В Эрдру, наверное, его, да? В три хила. Мы же так в три хила уже. Дай его еще. А, Эршам. Камы там есть нормально. А друг? А ну, отлично, Эршам, друг или пристав. Да. Опять куда-то офнулся. Кто? А он рывается. Когда зайдешь, кинешь СС на... На фогу. Хуй знает, может лучше на танк кинуть, у него 62 кхп. Да, это обычка. Да, кинь лучше на танк, ну его на. Короче, сейчас мы падаем, я хуй знаю, что делать. 4 хила тогда пойдем. Зачем? Зачем? 3. 3. Захватит. Тихо.
Бафти кота. Какого кота это сам? Даю барабан. Технопул там кому что нужно, пишите, простите. Войд, раздай баф, пожалуйста. НСС на танк. Опять баф на все. Шаман, шаман, поставь, пожалуйста, от льда тотем. У нас демон есть. Только он уфнулся. Здесь. Там на тыворка. Что с тобой там творится? Да. Панелька пропала. Я запускаю. Ок, нормально тебе все? А, ты перекреститесь там. Перекрестились и с Богом. Так. Чему лес пылит крест Рокстер? Подальше стойте, вот в квадратике, чтобы чуму не ловить с этих, блядь, трэшей сраных. Сову сейчас могу поставить, стойте в сове. Стойну здесь вот, и все. Быстрее, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и... Хватит, чтобы добежать. Ты пройдешь через эти мучения сам. Ну, хилы там в курсе, надеюсь, нам повезет этот раз. А, герус пула не забывайте, там как реча поставят, чтобы в один шаг. Масочку пейте. Я вам стоечку выпил. Специально, чтобы всекануть как следует. Чтоб всекануть, блядь, ты всеканешь, блядь. Огромный скорее. Копии не вызывают. А ты с РКН и грузами. Давайте Геру чем. Видишь, как его прошибает? Да. Больше половины. Купим. Чума, 2 секунды. Близко. Чума. Мизантроп. Близко стоим, отойдите. Отойдите сами. Ты пошли, да? Чума. Приводите быстрее леча. 5%. Харкающий. Ма, 5 секунд. 3 секунды лови. И второго. Чему не будет. Улевый духа. Духа от рейда отверните. Ой, додержите. Ой, додержите, блядь. Видишь, мы не успеем в три хила перевести с одним шарперем. Ну зачем, говорит, да? Спновай. Никак не убить. Да. По удару ты труп. А как вы на 25 оп его убили? Просто, блядь, я в шоке. За 25 уж легко, блядь. Хилов больше просто. Там один шаркарь был. А, ну так, понятно. ДД. Ну там БДК падал. Ну, бьет много. Ну, что, будем тратить? Парнуху эту? Я не знаю, ну, зачем. Это либо демна лока менять на того, кто 15к дамажит локом. Тогда может быть. Да, дамажит 4 человека. 2 хила точно не получится, потому что урон 50 тысяч не захилится двумя хилами. Слишком большой. Плюс комната. Если только Рошанку липал, тогда может быть. Комнату закинет кого-то из хилов. 720. Я сходил в вершину Утгард, получил, блядь, 1 380 000 урона. Нихрена. За ППГ.
Вот после этой хуйни, представляешь, 1 380 000, блядь, я на ребре столько не получаю. Смешно тебе, да? Я на каждой пачке трэша, блядь, БЗ сижу, жму цаку. А хочешь, я тебе мастер-класс покажу магам, как фаер-магам соло убить короля Эмирона на гире в вершине Утгарда? Ну давай попробуем фога обратно в сову, попробуем так, и с герой. Тогда, может быть, у нас будет шанс. Три иннера у вас есть. Давай фога в сову. Да. Хилить будет Эршам и Холиприст. И тогда попробуем. Бегите быстрее. Это еще 12к. Трай дадим. Согрелась. Я рак. Даже я остановился. О, о, красава. Скинул вовремя. Вовремя она ушла? Да-да. Ух. Надо валим. Повезло, что я тебя не успел хильнуть. Повезло, что я нажал инвиз сразу. Да, но я как раз кастовал тебя хильнуть, потом сбил каст. Если б хильнул, то она бы точно согрелась. Ну вы молодцы. Я уже полусплю, короче. Even the Void, да. Это типа в целка. Будет. Только в испытании крестомоста нету. Везде есть. Чё так, давайте, чё, если готово. Го. Поверил. А барабаны эти на весь рейд даются сразу, да? Да. Конец хваленой силы света. Мне. Задача один шаркающий, чтобы был. Да. Гера есть, все есть. Ну, бля, копит можно жмануть или чё? Это с самосводом говорит. Короче, дашь мне просто боб. Боб просто дашь и все. А что, боб просто снижает, он, по-моему, не снижает. Боб физатака, он лечу физатака бьет. Он мне просто не сможет ударить. Не знаю, ты думаешь, я успею увидеть где-то. Я тебе скажу, когда там 3 секунды будет до конца. Лучше просто самосводку сделать, он пошик даст. Вы сейчас перестараетесь, и мы переведем, короче, шаркарем и вещумы. Сразу на третью фазу переведем, нахуй. Давайте, Геру, ебашьте. Отлично. Каем. Чума. Сова. Давай. Боб. Дался? Нормально все. На секунду. Переводим. Чума. Давайте быстрее процент, пока нет шаркаря. Ну о, супер. От Войда отходим, Войда держим. Войда держим, если что, берегашку ему. Духа напуливайте. Забирайте дух с Войда. Вот он. Звезда. Из зимы отойди. Висит. Ману шаману. Два инера киньте ему. Эсавы. Ру пусть хилит. На рок стреляй дух. Напуливайте, не врывайтесь. Берегающий можно дать Войду. Поуесть моих маленьких мобов, а то долго чума будет стакаться. Поуесть кто-то совы, киньте грызуна. О, нормально, все. Еще один дух. Не врывайтесь сразу.
Открывайтесь, говорю же. Нет, света хуйня. Хильтерит, хильтерит. Рейд, рейд, рейд. Мана закончилась. В смысле? Переходка. Иннеры, блядь. От СДК. Нет, духа, режим подлеча. Прожимайся. Обязательно прожмись. Дал каплю самосводу, короче. Хильтерит. Тыченку. Хильти, хильти, сука. Тыкаем. Быстрее, быстрее. Я застанен. Все, спали стаки. Все равно. Дери, выбери. Рев с самосвода, быстрее. Хипо, БР дай. 4 минуты, да, блядь. Как ему играете? Баф, фул баф ему. Даны нет. Сука, бейте Вальфа. Хуже, шаман. Вы что, блядь, кони, сука, быстрее бейте. Самосвода хил. Аспин. Пец. Два удара, нахуй, и все. Короче, давайте не будем мучиться. Хуйня какая-то, блядь. Да вообще просто. Тысяч. Мы два хила были. Пизду. Пиздец полный. Да вообще, ну все видят, как бы он не должен так убивать. Но сейчас, может быть, бы и не умерли, если бы уже нормально вынесли. Мне пришлось выбегать с уже. Престол, меня она достала. Короче, здесь. Тебе на рынже был. 10 оп надо. Фулбисовые танки 2. 3 фулбисовые 2. И сколько там? 5 фулбисовых ДБ. Дай я по танчу посмотрю. Мне интересно. Да, тебя сложит, блядь, с двух ударов. Давай, один трай, дай тебе чуть 5 минут. А с фога уходит, фога останься еще на трай. Ты кем хочешь пойти, певче? БДК. БДК вместо самосвода? Да, я хочу посмотреть, как там будет бить. Да, долго, серьезно. Пока с двух ударов. Он на второй фазе по 50 косарей. На первой по 40 бьет, на второй бит, вообще по 50. Сейчас посмотрим. Ой, да хп прям до половины сразу упало, пиздец. Тоже на валькирии тут. Это, видишь, лок еще слабый. Может, есть там еще ДД какой-то другой? Стой, фога. Валькира есть. ДПС пиздец, конечно. Был бы хант, лок посильнее. Целая хиппия, вот это была посильнее. Сейчас еще хуже будет. Могу на ханта посмотреть. Вместо того, двух хантов глянуть тогда. Да, блядь, дело в том, что если второй шаркарь появится, то я тогда сдохну. Вот ты еще держишь. Хилы тоже держат. Да, ничего, ты не потанцишь, блядь, ты сдохнешь просто. Не, Олег, ты сдохнешь, реально, он тебе проговорит. Тут эпохальная сложность. Вот помнишь, как эпохальная тухла вкусно? Вот как на нем, только еще сложнее. На нем только лич. Хуйня. Вара. Вместо демона хочешь варом зайти? Да, ты ж, мы тогда его точно не захилим. СПД у хилов меньше будет, а меньше от хила будет. Не, давай сейчас варимся уже, показатель не трай. Это для ДК специально. Вот ДК, давайте фулл баф. А вместо кого он зашел? Я понял. Вместо самосвода. Хотя бы хотел посмотреть. Чек на пул. Как оно там? Ману нет. Фокстер. Забьешь, там еще минута. Я запустим. Не заливайте, это просто макрос. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорость. Я не бисовый. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю. Тебе поманит, когда мизантроп заливает БДСМу, хипоид заливает Рокстеру. Олег неправду сказал, он бисовый. 5-2-5. Посмотрим. Что стоим за шкафом?
выносим этот койд. Почему? Три сажи стоят друг за дружкой. А чё, у Лока есть пет на хп, чтоб крикнул? А будет так! Герои! Бес. Ставь ему автобаф. Погнали. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить... Смотри, он хочет, чтобы Шаркарь в центре появлялся. На. Чего? Фога БР не мизантропа. Да, хипуя. Чума демон. Ой, все. Дайте ему там это. Кто что может. ГКД. И дай сальву мне. Ой, долго бьем, не успеваем. Чума 200 секунд. Ого. Четыре процента еще. Не успели. Успели. Давайте пробовать выживать, хули. Алина. Ну вот тебе показательный край, блядь. Ты все, и сейчас смотри, как Войд отъедет. Ах. Второй раз, до свидания, нахуй. Блядь. Короче, в пизду, давайте разойдемся, это просто же... Шел до кафа убийц, блядь, и развалился нахуй до второй фазы. Тебя хилят по КД. Просто ты не понимаешь, у нас даже вот 2 секунды потратить, чтобы 2 хилки в тебя дать. Это уже ты мертвый. Никаких. Смотри, не 10 секунд. По флому. 47 тысяч. Никаких. 43 тысяч. Никаких не 10 секунд. Ты что, издеваешься? 10 оп, нахуй. 35. Вы расквесли, если что, блядь, или убили. Сингери просто танки все будут страдать, блядь. Так, вы резки в обычке, Халион бил под 50к, короче, Копард сегодня танчил. В десятке. Там Копара шатало, он же спек удалил. Да. Прикинь. Даркстарсы не смогли, блядь, 10 лича убить 10 оп. Прикинь. Кстати, я считаю, что надо ЕП тут забить. Мне кажется, это хрена в ЕП надо, блядь. Какие новости, блядь, дает. Стлич, блядь, не пал перед нами, сука. Че, будем убивать? Да, такое было. То не, нахуй, я уже... Да я вижу просто, что творится, ну че там убивать? Если на первый файт, второй лягут. Че, давай, в эпохальном режиме сложности за каждого босса идет по 300 ИП, давай посчитаем. 11 боссов, 3-300. Так, ну и лич там, давай, с лича сколько? 3 косаря, ну косарь давай. Если лича убьем, то 4-300 ИП получим, заебись. И рыл двойное. А еще на эпохалку 5 часов отводится, а мы успеем за 3. Поэтому будет доп ИП. Будет в 2 раза больше ИП. Это будет сколько? 8600. Заебись. Не, есть вариант, если вы прям серьезно настроены его убить, я могу шаманом сейчас зайти. Я думаю, убежим. Давай все-таки убьем, я не знаю, я перезайду на кого-то другого. Хорошо. Давай я туда. Ты главное, а никто с рейда не ливает. Демон уходит. Это пульта, тянут на два. Да. ХП-то побольше уж точно. Лок, у тебя кто там в армии? Сколько ты? Уходит. Смотри, лок уходит, сова уходит. Ну надо добрать кого-то. И сова уходит. У самосвода есть фуловый вар и сова, по-моему, пускай тоже уходит. Я могу зайти на Лока, убийцевого.
А, хорошо, захожу на шамана. Кто ЕП нам нужен? Только ЕП на приста, если что, давай. Да какой ЕП? Сейчас я знаю. Да, шучу. Да, сейчас я знаю. Масвод, кем с Масвод может пойти? Ну, Фенрисовый, Вар, наверное, есть. И кто там еще? Сова, ну, Сова есть у нас. Исключить. Заходишь на Шаму. Два Шама, я думаю, подальше. Да. Да. Масвод на ДД. Понятно. Давайте, хватит. Мамна. Сумасвод, думаешь, затанчит? Не знаю. Ну смотри, ну пускай. Ну, в принципе, он до второй фазы же доживал с Масвод. Предыдущим набором хилов. Сейчас я зайду на лока, короче. Может, кто у входа вы. А, я прилечу, мне там до ворона. Тим, короче. Убьем его. Если бы так, не убьем, то хуй знает. Я на локе, ну, десятку должен дать, не 4к же все-таки. Берем. А вы знаете, как сова Мизантроп умер? Он прожал вот этот или Старфол, или что, и на него три мелких моба вот этих вот, они его ваншотнули. По сколько бьют? Ну, вот эти вот мелкий трэш. Очень больно. 4-6. Да, ну, видите, у меня всего там 24, как вот это удар от трех мобов в ИГГ. Заражением. Прикинь. Так, по-моему, сову так и убило, короче, что три моба и заражение. Бум, берем. Где Самосвод? Могу пригласить члена другой группы. Самосвод. Да, ни к чему. Слушайте, сейчас вообще печаль, нету протопала. Тимошка, тупал. Давай, Рела там кому-то. Так. Мак нахуй не нужен, мак бесполезный, но срывает агрозу, дыхание. Бесполезная хуйня. Кстати. Топ ДПС за инст. Просто шкаре важить. У тебя же есть протопал, кстати. Я не знаю, там, по-моему, КД или нет. На 10 гер у тебя КД протопал. Сейчас посмотрю. Что там, где Самосвод, где там кто? Заходит он на кого-то, нет? Не могу пригласить члена другой группы. Теперь у нас престов нету, нахуй, что делать? А кто должен куда зайти, не? Фейла надо позвать, до Цешка. Я зачем Цешка? Эти хил заебись был. Ну да, престов нет. Но нам и пал нужен. Вы просто будете в танков бурстить и их не уроните. А ДЦ будет заражение считывать. Согласен. Нет, а заражение у меня тотем и у меня в ротацию, чтоб танка хилить, все равно одна цепуха входит из 6 кастов. У меня одна цепная. А, кого мы ждем протопала? Давай, заходи где-то там. Давайте, батя лимушки. Олег, ты куда? А он писал, вот выкидывает на всех персах, то выкидывает, то нет. Это интернет, короче, это не Вовка. Посмотрим. Это чисто у него интернет так. Отлично, принял КД. Сейчас мы найдем БДК с гильдии. Там либо Олега надо, либо БДК. Ну, Рудеус сейчас зайдет в ДЦ. Все, надо БДК, либо чтобы Олег зашел. На пару траев там сказал этот Рудеус. Даже манускрипт поставлю вот такой для эпохального режима. Легкая гильдия. Так, ребята, давайте пока вы деку ищете, я пойду на 2 минуты отойду. Я вернусь. А кто ДК будет искать? Я что-то не знаю, где его найти.
Ну, например, в гильдии. Там никого нет. Или в воу-чате. Воу-чате, найти серьезного, да куда, да. Там серьезного нет. Да ладно, чё ты, а вдруг ещё? Я на две минутки. Я очень быстро, хорошо. Знаешь, как сейчас ДС будут добирать на Лича БДК 6.5? Я вообще отлинкую. По 6.5 пишет. Где там 6.5? Сова, говорю, 6.5 пишет. Я могу перезайти на какого-нибудь другого. У тебя лок есть, мизантроп? Есть маг, есть пал, есть ДК, есть ваг. Ну, если без лока только, без меня, тогда я могу бы доказать, если сову ты возьмешь. Ну, бери сову с умонями, я загляну в ДК тогда. Беру сову, и что мы делаем с ДК? Сумоним сову, я зайду на ДК. Давай так. Лока. Давай. Путь это передать корону. Передал. Так, шкаф. Давай. Шкаф есть, давай, заходи. Надеюсь, он не исчезнет. Приготовьтесь. Будет. Нет, только что поставили. Так. Войда с умоним мандарина. Блять. Пала у нас нету. Дарим здесь. Кидай пати. Мне нужна цель. Попробуем. Что получится? ДК там не коните. Вой, давай я на ветрика пойду. Не, нахуй нам ветрик нужен. ЭВРК дает. Мандарин. Момент истины. Топ танки, топ хилы, брат, топ ДД нахуй. 10 оп. Пиздец. Сможем ли мы? Кажется, обосремся. У меня, кстати, тоже вот это 134 нахуй было. Я антиэрор сделал. Ну, потом просто я с собой ушел. Не знаю, будет ли она еще. Ну, надеюсь, что нет. Где там кто, блядь? Насчет истерии ничего не обещаю. Как это нафига вам мана, блин? Тут, мы тут просядем, блин, за первую фазу будет на дне маны. Че там мандарин, блин? Кто будет заходить? Пишу ему, ВРК, иди, блядь, заебал. Че там? Каску? Че там барабу? А, по-разному. Приста баф, дай, Родеус, все тут. Че, кулак или крест?
Кресты дай по шаманам. А ту кулак дал, короче. Я тупо сдохну с пуга, ну. Чё, фласка на танка, может, есть у кого? Есть. На протопале, блин. Вар есть. Да, давай мы с тобой кричим. Кстати, я вам скажу одну штуку. Фрост ДК в такой ситуации более живучий. Да, более живучий. Не, у не, него не. У него намного воля больше. Воля мертвых талант больше снижает урон, чем вся эта хуйня, чем любой танк вообще. Нет, фросты более живучи на 3-3-5. Где? Все, вам дали с нами. Это еще на уфе проверялось в свое время. Ни к чем, давай на хп ключи там, когда что-то. Учитель, бафай, пожалуйста, с этот шишку на лимона. Че, вам БДД аура оставить? Или броню себе воткнуть? Захила, чтобы захил нормально был. Дай ему это. Убери каску эту, блядь. Дай кулак на вары сейчас. И крикни на хп, блядь. Тут танков бьет по... сколько, блядь? По 50 тысяч. Сколько там хп дает? 2500 хп нормально будет. Барабаны, киньте барабаны быстрее. Вот, все, барабан на всех. Видишь, у нас паладин. Ладно, давай. Бис рейд, блядь. На лича 10 оп. Рудос, приготовься. Пью флашечку. 5 гер и без бафа. Я оставлю тебя в жизни. Сейчас тупо войден зарешаем. Да. Чума. Все фокус. Семь. Давайте. Там, короче, кулочки нет. Напрягайте. Нам ничего. ПЗ отдал. Перевод. Спили. Приз диспель сайвен станков хорошо. Я упал, блять, охуеть. Просто плюс не успел прилететь. Да. Хильте. Отдал мне зигнал, схильте. Бр. У фоги. Шаркаря бей. Дай капли мне. Просто за одну секунду. Это 43. Шаркарь. У тебя второй шаркарь был, да? Нет, это первый, просто 43 тысячи. Как ты падаешь-то, блядь? У тебя сейчас станы не качают. Смотри, походу у него этот был. У него не берсайт, а прокнул. Выступление прокнуло на нем. И одновременно он ударил. Выступление дается шарку везде. То шкаф здесь не работает. Короче, на нем, вот мне ДБМ даже заспамил, что на нем иступление на шаркаре, он одновременно с этим ударил лимашку. Ну я хуй знаю. Ну а как вы хилите тогда, ёбаный в рот? Так я тебе говорю, там про чуть ли не ваншот, там походу вообще в 60к влетело. Вот учитель хилит, я смотрю,
кого хилим, блять? Лимошку 170-120. Гаргот хилит. Меня 450. Лимошку вообще нахуй не хилит. Ну как-то я не знаю, блять. Почему я хилил лимошку? Просто в первую очередь ты проседал, я в тебя. Учитель, значит, кастуй побольше в лимошку. Этот орехи на него. Чё-то вы, сука, забываете, бля, хуй знает. От 8915. Да я кастовый даже оверхилил стоял. Его просто в момент снял лимошку. Ну реально. Если меня меньше бьет, если меня Грегот может захиливать, то тогда ДЦ Рудеус кастуй молитву, кидай на протопала, кидай в него исповедь. Зубы приготовь на него, блядь. Дантроп ушел. Ничего, доберем. Надо шубить. А куда он ушел? Да, не хочет хардкора. Олег, ты тут еще? Он лазит. Заберу мага или сову сейчас. 6,5. Не, ну реально. Не. Вот просто я стою, он вырастает, блять. У меня 2 секунды откадешивается этот молот, блядь, и я уже лежу, нахуй. Вот вся моя игра, блядь. Ты короче, хуже, лучше б я, блядь. Пиздец просто. Я и то не падал, блядь. И то не упал, да. Не, я вам говорю, там просто не повезло. Там его в момент сняло. Там когда повезет, блядь, такого, наверное, не будет. Не, ну в этот раз... В этот раз реально не повезло. Там в момент тупо прилетело. Кто сейчас пойдет добивать это говно? О. Олег, ты тут, не? Давай, заходи, наверное. На кого там? На сову. Пиздец. Чё, у меня у нас нормально на этом все. Потому что по мане хилы проседают жестко, пока мы, блять, оверхилим танков, мы за первую фазу теряем почти всю ману. У вас 2 ТТМ, у нас 2 друида, у вас все заебись должно быть. Не, ну спрашивают, зачем вообще столько сов, даже вот 2 совы нам. Он на всех фазах очень больно бьет. А на второй фазе он, по-моему, еще больнее бьет, чем на первой. Да, ассисты на чем пускай берет ДК. Колика. Шкафа нету. Шкафа нет, пусть летит, че. Как заебал. Короче, вас не. Бля. Так мы реально без демона били, пиздец. Вот же ушел на бляка. Да. Обидно. Я буду, короче... Так, а какие-то темы у него стоят. Ага, я на СПД дам. Я на СПД дам. Нет алдыки. Пиздец. Сейчас через все озеро длинных оков и налететь. Сейчас ДК зайдет, увидит. Мага нет. Да, просто. Интересно будет послушать его реакцию. Пидерси, вот у меня, блядь, один ответ, нахуй. Нет, ты прикинь, как в какой-то альтернативной реальности так оставили бы все, да, админы, хуй бы забили. Ебать, там бы донатить начали, ебать. 10 оп. Смысл? Солеон бьет 10 оп, 40. Смысл донатить, если... Сука. Если складывают танка, блядь, 6,5. Капай говорит, что ему под 50 прилетало в нахаливание. Да, где-то 3 часа.
Ну, Фроста, кстати, прикольная тема. У него, короче, с каждой одноручки, когда ты бьешь ударом смерти, регенит ХП. Где мы вайпались? Там на собаке, на леди? Бак. На этой, на свауне еще, блядь, сагрили две пачки трэша. Че где-то там, блядь, вайпнулись? На этих, на... Ну, на совете по традиции, как не вайпнуть. Там не в двух пачках. Там не в двух... Не в двух пачках дело было, там мы просто без маны были. Ни в чем побежал вперед. Слушай, интересно, вот в ППшках там лоу-левелы 25-е какие-нибудь там, 40-е там тоже страдают, наверное, как мы. Надо проверить. Просто там есть лок 17 левела. Можно бегать с кем, каким-нибудь танком, да, посмотреть, что там творится. Ну-ка, сколько? Джека. Джека с нами. 49 тысяч. Ну хоть дамаг теперь нормальный. Фогик слабенький, конечно. А мне интересно, а если включить эпохальный режим на 10 гер, что будет? Здесь будет. Пока моя пласка не закончилась. В пиздец будет, да? Блядь. Давай РЛ двойка. Мне кажется, они... Не, я не буду играть РЛ, мне просто кнопку нажимать. Mm. Ладно, чё, на пол. Приста бафа нет, приста баф, Рудеус. Дикчём, ты здесь? Алло, Дикчём, блядь. Ой, мандарин. Мы на всех кидаем барабан, и я раздаю другие полобав. Никчемно хп, Эрикс. Сука. Слышу, сова. Мы через барабаны играем. Откуда он, блядь, собрался? Ну, походу, лицом в клавиатуру как рали. Тоже ночью пошли как-то в рейд срали, короче, и в 4 утра он, я слышу ВРК, упал лицом в клавиатуру и храпит. Фога и мандарин, у вас есть БРы? Да, там все откатилось. 30 секунд. Денег чума. Дала. Сука, давайте у него поставать что-то, блядь. Гильдия хам на альянс. У них когда чувак покашал, все вокруг него в кружок вставали, блядь, и макросли полевок. Давайте все кукарей. Вокруг него давайте встанем, блядь. Он там подойдет, и вот кукарейка не такое. Совы, давайте из формы выходите, кукарекать тоже. I love that. Он вернулся. ЖДК отошел, блядь. ДК, блядь, ты здесь? Сука, давай теперь вокруг ДК вставать, нахуй. Давай. Ой, сука. О, он готов. О! И как следует напетушился.
5 к наносимому урону, блядь. Да, плюс 10 к морали. Самое главное, плюс 30 к удаче. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть. Лучше бы он Фордринга такие бенил, как нас. Ты пройдешь через эти мучения. Фордринга меньше хп, нахуй, у него 13 лямов. Ну, нам бы это помогло на первую фазу. А давай просто кинь на Фордринга диван, нахуй. Пускай ебашит. И секунд. На БГ прикольно, когда диван даешь, эти присты бегают, пытаются рассеять диван. Давайте мы как будто ван баффина приготовились. Я оставлю тебя в жизни, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света провести вражденное любое Чума, учитель. Крикни на хп, ладно. Так, дай прошу. Не сдохни. Чума ни в чем. Залейте ману шамана. Соло, залейте. Жить меня. Не уроните сейчас от этого. Кача бы сожрала нахуй скорей. Че нажал саку и жука. Поешьте. Идите как хотите. Соло, киньте грозы. Киньте грозу в этого, в маленький. Убейте их быстрее, чтобы у него шаркающий умирал. Быстрее, быстрее, завесьте маленький. Почему на большом? Блять, 3 секунды надо. Да бейте, бейте его, дурак. Хорошо, все, я не умру. Добивай нахуй, дурак. Сука, с конденсатом. Не забудь прожаться 13 стаков. Надеюсь, он успеет спать. 21 секунда. Сфера, блядь. Все забись. Пехотка на мне. Так, 8 секунд. Прожимайся. Пускай кастует, сейчас немножко я его потусую. Не буду прожимать. Дал каплю тебя. Не надо. Ну ладно, хитте. Лучше будет. Стали быстрее в жопу лучами. Репа. Стан берешь. Ну все, сами. Стан мой. Стан мой. Бейте. Череп. Осквернение перед ней не разливайте. 7 секунд. По сторонам вышел. Вышел, вышел, вышел. Осквернение. Пошли в центр. Прям мордой к луже. Ставь на себя звездочку какую-то, ставьте, блядь, чтобы летели в одну сторону. Вот, квадрат встаем. Давайте вот сюда, вот квадрат. Сова. Крис, дай гимнаману. Дари. Как спустить сова? Эти маны хули присту. Там что-то это сам... Батин. Тут Киры. Потом осквернение. Осквернение влево выносим, в сторону глыбы. Ну, даю незыблемость, короче. Кира. Спустилась, разбежались, разбежались. Я, блядь, там. Все в кружок сильнее. Брежьте. Вышли тупые, блядь, гуси, сука. Хули вы в ней точились, вы дебилы ебаные, блядь. Эти, Вальк. Хватит вы дебилы, нахуй. Это протопал, нахуй. Если он улетит, мы сдохнем. Сбили, блядь. Это, готовимся уйти отсюда. Нет. Лужа разольется, мы все сдохнем здесь. Так рейс эти как? Дайте только рейд. Зови бету сейчас своего. Готовьтесь убежать отсюда, сейчас лужа разобьется. Уходи, остался. Иди так удачно. Ну куда ты, сука, пошел, блядь? Ёбаный ты учитель, сука, ДБС.
Переводите лича. Сейчас стан дашь. Лича переводите, лича переводите. Стан, стан дай. Переводите лича, сука, Рудеус. Ну хитните нахуй. Нету маны. Все, забей, все, все. Пиздец. Рудеус. Маны нету. Блять, все из-за лужи, ебаный. Лес эти как-то. Которую вы, блядь, натоптали нахуй. Совы заливайте иннером. А, у сов иннер поломан. Ох, чё там? Всё, духов быстро, блин. Аж волны на вас оверхилил. А, рулик прожму потом. 2 минуты по ТНКД. То же самое. Я дух плохо поснял. Ну здесь нет духа обороны. Последняя сейчас. Последняя сферу. Наберу обороны. Заберу. Дал сало дух. Лича на кап. Все, духа бейте. Ух, ебать. ДК сбей. Хильки. Хильки ДК. Сейчас духов будут кастовать. Трон, портал, игра. Гера КД. Ушли все совы сразу к трону. Ушли к трону. Загнал лича. Хильки все сейчас меня. Смотрю духов этих. Вышел, вышел, вышел. Вышел. К ступенькам подходим. Нет, сдаю, не забью. 20 секунд потом. Не так сильно хлопнут. Это самое, бегите нахуй, шаманы сдохните, блядь, духи летят, бегите. Все, пошли. А мне нет. Дал этот самый панцирь. Че ты забрал? Кривнение, лужа. Беги, малышка, беги! Ману заливайте. Это КДшилось. Вовремя забрал. Отходите, духи летят. Духи летят, уходите оттуда. Жнец нахуй. Духи, духи, духи съебались быстро. Сука, дефов. Даю кровь. Учителя захил, учителя захил. Сбить. Чем сбить мира, да? Скажите ему, чем сбить быстрее. Хил, духи летят. Хиль, Горгот, Горгот. Могу сказать. Тебе дал, я вложеньку дал тебе, еще поживешь. Пронизующий ветер, пронизующий ветер. О, все, 1% добивает. Сбивать. Ебать. Вот это да, блять, нихуя себе. Эпохальный. Мандарин. Почему 6,5 добирал я на этого лича, блять? Сейчас там в луте должно быть 4 коня, нахуй. 5 шемов. Сразу стака 3 ДС-а, блять. И хотя бы один баланир. Да какой 25 гер, мы до ребра просто не дойдем. Не, до ребра дойдем, там трэш как 25 оп, а вот ребро не убили. Ты прикинь, ребро будет ваншот, это там 3 танка будет. Это мы в 9 тел убили, у нас еще минус 1 был, улетел ДЦ. Что можно, в принципе, и в 9 ходить на эпохальный. О, я перехилил, кстати, учителя. О, физатак и да, мандарин. Вот кто физатак, ебошит там сурок, всякие трэши сраные там на совете, тоже пидоры эти. Все, что физатак и бьет, это пиздец. Ну все вроде сурок же нормально бьет. Сурок еще так, а вот мне кажется, трэш перед советом больнее, чем сурок всекает. На собачке, на второй, которая с ленточкой, там мелкий трэш с 3 ударов съедает любого тряпочника. Что вы хотите, если наш трэш на вонючке? Вы раз здесь 2 часа торчали. Такая же хуйня, там дракон складывает с 2 ударов. По 40 тонн. Бабах, нахуй. Всех их убили сегодня. Представляешь?
пишу по фулбисовым танкам, сам был протопалом с колбой, нахуй. Разбить эти оковы! Я Сумрак танчил, но у меня почти фулбист, так что мне тоже нормально летело. Надеюсь, до пятницы это починим. Пиздец, у нас, короче, с этим, с учителем одинаковый процентаж отхива в плане волна 42% и щит земли, короче. А не, почти одинаково. А что его хватало? А, в комнате. Чего у тебя хпс так немного больше? Да? Оно из-за того, что, допустим, начинаю хилить, он вас хиливает, я в этот момент волну тоже кидаю и все. Вот. Не захило никакого. Вот, точно так же было, когда Капар хилил. Капар хилил шаманом, а я престом. Я уже дохиливаю большой, короче, он уже захилил. Избыточный у тебя тоже больше, чем у меня. Я ж оверхилом хилил по полной. Вот это хороший лут. Да, хороший. Жаль, бока того нет. Угу. Борик на танка. Войд, бери себе. Да ты убираешь. Я напротив тебя.